Сколько в городе нелегалов? За первый квартал 2018-го сотрудники УМВД региона провели 70 проверок мест массового скопления иностранных граждан и выявили 37 миграционных нарушений. Полицейские исследовали строящиеся объекты, продовольственные склады и рынки. Из 37 административных правонарушений 14 материалов направлены в суд для принятия решения о выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации. Расследуются два уголовных дела по фактам фиктивной регистрации иностранцев без цели проживания и по факту предъявления поддельной миграционной карты.